колхозе имени Чапаева Винницкой области завершается строительство молочного комплекса на 1200 дойных коров. У молочного стада надежная кормовая база. Вокруг села Михайловка на 175 гектарах раскинулись поливные луга. Идет первый укос. Заготовка сенажа механизирована. В колхозе получают с гектара до 320 центнеров сочной зеленой массы. В ответ на постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о заготовке кормов и обеспечении сытой зимовки скота, михайловские колхозники обязались собрать 3 урожая трав.